Всем привет. Сейчас ночь на улице, и я говорю очень тихо и снимаю в ночном режиме. Ребята, сейчас где-то 12:30 ночи, и мои дети пришли, сказали, что у нас возле камина ночью выползает черная вдова. И вот сейчас я взял оружие, мой тапок. Я сейчас покажу вам, как ночью выходят на охоту черные вдовы. Я не знаю, меня должно быть... Я буду говорить возле самой камеры. Я взял с собой фонарик. И вот смотрите. Ну, такой слабенький фонаричек. Так, что у меня не получается пока заснять. Не знаю, получится ли навести резкость. Вот он, видите? Не знаю, видно ли вам. Вот сидит паук. Видите? Что-то там плохо видно. Я не понимаю, почему. Вот, я свечу прямо на него. Видите? Сейчас я попытаюсь резко взять. Вот он. Черный. Но этот маленький, это еще не все. Сейчас я вам покажу более страшную фигуру. А вот это вот самка. Самая, которая опасная. Так, как мне тут ее поймать в кадр? Вот, и у нее красненький пузик. Блин. Вот она. Видите вы или нет? Я не знаю, как макро режим включить. Редко пользуюсь этой камерой. В общем-то, вон у нее пузик красного цвета, видно? Вот он красный. Вот это самка паука этого. Как он называется? Черная вдова или каракурт. Видите? А вот эта дверочка, это в мой камин. Я его топлю редко, и там поселился вот этот страшненький паучок, которого я сейчас благополучно замочу. Совершу убийство и одного, и второго, потому как эта гадость наплела тут паутины. Видите, какая паутина хаотичная. У таких пауков хаотичная паутина, не рядами ровными, а просто вот беспорядочно. Куда убегать собрался? О, замочил, короче, самку эту. Вот. Надо вообще камин протопить. Потому что эта гадость. О, наплела. Ужас. Ужас. Смотрите, как вот такую же паутину плетут на Хэллоуин. Да? Узнаете паутину?
хэллоуиновская, такая беспорядочная. Американцы ее на Хэллоуин плетут. Вот, потому что они уже привыкли вот именно к такой паутине, к беспорядочной от черной вдовы. У нас как бы в Беларуси паутина была ровненькая такая, рядочками наши пауки красиво плетут. Вот гадость. Причем от нее избавиться, от этой паутины, так трудно. Она такая липкая. Так, сейчас вот этого замочу все-таки. Видите, их разбилось. О! А у этой тоже красненький животик. Это обе самки. Наверное, самцов своих они уже давно сожрали. И теперь охотятся. Надо мочить этих опасных зверей. Готово. Вот так вот, рядом с домом живут. Самый прикол, что я американцам, когда говорю, они говорят, да, фигня, говорят, побрызгает и не будет. Им вообще до лампочки, не боятся ничего этого, живут рядом, привыкли, что ли, я не знаю. Ну, в общем-то, и все кино. Дима в час ночи, в пол первого ночи, мочит каракуртов. Самое интересное, что днем их нету. Они выползают только ночью. Так, я что-то... Вот. Они выползают только ночью. И днем я сколько проходил, их там нету. А сегодня дети шли мимо с фонариком. И говорит, папа, говорит, паук здоровенный сидит. А я-то его и не видел. Все, не буду кричать, потому что ночь. И все спят. Все, привет двум каракуртам, убитым мною только что. Всем пока.